Здравствуйте. 29 июня, пятница, день Венеры. 16-й лунный день, с элементом вода. День благоприятный для людей, родившихся год. Лошади, овцы, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день совершать добродетель по отношению к дацан и ламам, проводить обряд Далгаваха, устраивать праздник, проводить свадьбу, регистрировать брак, одевать новые украшения, одежды, танцевать и веселиться, проводить полевые работы, устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать работников, копать яму, совершать покупки, усмирять врага, заказывать тавангхарюлга. День неблагоприятный для людей, родившихся год, тигра и кролика. Не следует освящать статуи, изображения Будд, Бодхисаттв, Сахьюснов, вспоминать обиды, начинать спор, конфликт, отправляться в дорогу к утратам и краже. Стрижка волос к болезни. На Верхней Березке Цохчиндугане с 9 часов утра пройдет хорал Цидо Сагангубун. С 14 часов дня Хогонамша за усопших. Дуинхар Дугане Гомба Гангарсахиусны. Деважн Дугане Очурбани Сунды. Делайте добро.